Здравствуйте, дорогие друзья! Мы наконец-то выбрались на рыбалку. Сейчас поедем ловить, пробовать ловить. Вот, остановились у нас. Нужно подкачать колесо. Рус, как настроение? Спать охота. А? Спать охота. Это заправляться еще надо или нет? Нет. А, ну да. Ну да, больше. Вот, морозно. А сколько сейчас градусов смотрел? 20. 20 градусов. Морозы. Я тоже нифига не выспался. Он тоже не выспался. Вот, я вообще проспал. Я телефон сам выключается, сам включается. Будильник я сам выключил и уснул опять. Вот он сейчас заехали, купили мотыля, в общем, я буду без мотыля ловить. Ну, в общем, там вы все увидите. Поехали. С собой забирай шланг. Заводи. И я ее любил, потом пришел Валера и ее отбил. Но только с моей тёлкой он недолго тусовал. Он спер у ней кроссовки и тут же потерял Валера. Ну что ж ты за холера, блядь, такая Валера? Ну что ж ты за урод? Деревню я его привез, он проколол запаску и угодил машину. Потом однажды ночью мы к нему зашли, он послал нам шобу и сразу мы ушли. Валера, ну что ж ты за холера, блядь, такая Валера? Да что ж ты за урод? Шашлык, фигик. Сейчас будем искать место, куда пойдем. На ту или на ту сторону. Снега, блин, полно, он нам гребут так по колено.
общем, вот какой интересный момент. Сейчас вот я, видно, как пробудил луночку. И под снегом еще сантиметров 10 воды. Вот. Рыбачки тут сидят. Там мужички вот жерлицы все вокруг понаставили. Сейчас вот он будет пробовать на... Это тебя на чертик, что ли? Угу. Ты на него будешь? Угу. Так тебе мотыль не нужен тогда? Или все вместе тогда? Все вместе. Мыл, нет? Ага. А я буду... Погодка супер. На, сейчас покажу. Сейчас еще я... На два. Во. На балду такая снасть. Блин. Блин, солнце, я ничего не вижу, что я снимаю, если ты так-то. В общем, вот такая вот система. Сейчас еще побольше луночек наберу. Все. Отборный мотыль. О, кровь. О, потом это, останется черепахи, надо будет его скормить. Да прям этот. Черепаха с удовольствием сожрёт. А она ест его, а если она улиток ест? Так, в общем, ладно. Давай, пока мы будем разбираться. Вот, мы не успели приехать. Он уже есть захотел. Так, я сейчас тоже. Я хорошенько поймаю. Ага. И поедем. Еще в чем самая фишка, что мы толком не знаем, где здесь это. А, где берег вообще. Мы вроде разбурились, вода пошла, значит берега нет. Потом скажу, какая тут глубина. Вот. И все дела, да? Все, в общем, привет, сейчас друг Шаш. Передавай привет, куда хочешь передать привет? Другу Шашу. Одноногому. Куда приедут? А в это? В Карелии? В Карелию не хочешь передать? А кто у тебя там? Никого. А, ну передавай. Да, блин, уровень такой. Сейчас. Сейчас попробуем на балансир. Что-то тут вообще какая-то глушняк. Только все бухают, стоят друг с другом, базарят. Мужик вон сзади там сидит. Покажи его. Он только жрет и жрет. Жрет. И жрет. Фух, сейчас тоже будем жрать. Сейчас. Ну, по пояс. Сейчас мы захотели поесть, вот сейчас будем смотреть. Рус не знает, что ему с собой собрали. Дедушка и бабушка. Мама, папа. И кот Максим. Это что такое? Блин, вот ты опарыш это вывалил тут в анизм. В рот. В рот. Бур, блядь, заледенел. Есть бахор. А? Есть бахор. О. Это ветчина. Два твоих, два. О, надо яйца. Они не чищенные? Нет. Фу, блин.
Запашин тут, конечно, вообще. Я не чувствую, я не вижу. У меня вот сейчас пробило. Там я тоже не чувствовал. Сейчас вот пробил, капец. Тут от этих твоих как-то коробочку помыл. Я и бутерброды, чаек. Вот откуда вода в минус 2? Я с собой брал сало. На рыбалке это самая неотъемлемая часть. Вот тормозочек у меня маленький, тоже большой я потерял. И тут хорошее, ну и вкуснейшее сало. Но его мы потом поедим, потому что сало оно не мерзнет, а его ну, яйца замерзли. Замерзли. Че? Повесил. У тебя вот сейчас, мне кажется, оно там вместе с водой все туда. Или ты где она есть? На дне. Вот, везде люди ходят. Одни вон те вон веселятся. Ну да, там вон за мостом тоже они что-то все туда-сюда шмонают. Ну, ходят, а никто не вытаскивал. Жерлиц стоит, наверное, штук. Ну, штук 50 точно. Да, с одной только стороны. Штук 50. Никто не бегает, вообще ничего. Все ползают. Ладно, сейчас поедим яйца. Чайку попьем. Вот сейчас на этот балансир попробуем. Сюда его запустим. Как тут глубина получится? Будильник. Еще есть. Все. Ну сколько тут? 1.2 метра, да, наверное? Где-то так. Все. Че, поклевываете? Не. Вон, мужики тоже говорят, вообще все глухо. Там какой-то в затончике. Что он сказал? Щучку парень поймал. Угу. Только на чем мы не знаем, на жерлице или на. Блин, что-то это дернуло. Ну вот это дно, может. Может трава здесь? Блин, ну сейчас реально прям так это. За траву или за губу. Или за плавник. Потому что мы сидим, считай, получается, да? Вот это же затончик, а основная река вот вся там, где купался, да? Ну да. Вот, наверное, там лучше было бы на большой воде. Не, там. Там где? В коряшке щучка. Где коряшка? Там подальше. А чем мы туда? Может туда сходим? Далеко. Все, мерзнет леска, мерзнет, короче. Прям. Все вглубь. Все уже вон собираются, да? Мужик тоже все собирает. И спроси у него, что, были боры? Сходы боры. А зимой интересно, можно ли рак половить? Спят они, наверное. Или жрут, если как на леди, спят? Ну, я не знаю. Муж по дну ползает. А летом всплывает, да? По весне разбухает и всплывает. Самое нормальное, вон, мужики, сними, какая там уже толпа. Там все рыбаки со всей окраин сошлись. И травят байки про рыбалку. А у тебя зума же нет на нем? Тебя попробовать можно там поближе, пусть там еще забурить. В берег. А там берег уже?
Можно какой-нибудь андатор разбудить. Не, попробуй, там пойду еще. Луночку, да там уж трава. А? В траву сядешь. Ну надо. Рыбу ее же надо искать. Правильно? И по лункам эти искать, походить, где эти. Где они выкатывают. Дождь. Сердце раздел нет, петь. О, видишь, вон там вообще они там в кустах там что-то ловят. Да нет, тут тоже собираются все. Там вот тут. Берег. Ну все, в общем. Ничего не получается. Ничего не ловится. Все собираются. Вот. Так что сейчас тоже, наверное, поедем собираться. А еще в одно место заедем, там уже посмотрим. Хорошая погодка. Ты что решил? Поползать по снегу. Фига там стоит. Ты иди в лунку лучше, голову опусти, посмотри, много там рыбы. Зима, суровая зима. Вот стало холодно, я сейчас мотыля перекладывал пока в эту. А, в чё я перекладывал-то? Ну, короче, в баночку с егоной хрени взять домой, черепаху покормить. Пусть она хоть пользует. Руки вообще прям отмерзли. Да? Ага. Мужик, вон еще что-то бурит. Ебать. Ну что-то совсем, блин, нерадостно. Там он в дети, что ли, приехали. На санках, что ли, едут или на чем? Ага. Какие тетки идут. Вот заснеженные барханы. Едем назад. Вон там виднеется село, да, Якимовка, вот встречный, Кия какая-то, да, какая-то барышня. С рыбалки замерзла. Она сморщилась вся, прям вот так вот едет. Да? Прям смухортилась какая-то. Вон, виднеется деревня эта. Егримовка. Егримовка. И нас везет наш черный коптель. Тот вот. Блин, ну так вот. Давай, поддави. И юзом, юзом. Давай, как там эти дрифтуют? Сугроб. Вот тут вот тоже прудики. Можжевель. Смотри, как красиво там. А это, блин, на это, мне кажется, плохо передаст. Ну там потом посмотрим. О, тут вот сейчас справа будет пруд тоже. Мы там в детстве уток убили нечаянно, кирпичами им по головам. А бабки прибежали и причитать начали. Но они нас, по-моему, не заподозрили, да, что это мы? Мы по-быстрому покупались рядом с уточками с этими. И на лыжи. Вот, в общем. Пока с вами еще не прощаемся. Сейчас мы еще будем есть сало. Позвоним кому-нибудь. Прям здесь, да, будем есть? О. Вот. Сейчас будем есть. О, какие раздолья. Как бы не был красивший раз, он не краше рязанских раздолий. Давай сало доставай. В общем, все. Мы вот сейчас будем есть сало. Отборнейшее домашнее сало. Смотрите, какое отличнейшее. Рыбалка без сала. Это не рыбалка. В общем, все.
память у нас на телефоне закончилась, мы снимаем на телефон. Вот так вот. В общем, всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока.